Ни один грузинский артист не смог поступить так, как он до конца. Все поехали в Россию после 2008-го. Ни один не смог решиться полностью исключить. А там было приглашение от одного миллиардера, вот я недавно по телевизору слышал, не знаю, насколько правда, ему предлагали огромные деньги за одно выступление, но он все равно не поехал. В нашей соседней страны резидент хотел наградить его дружбой народом, орденом, и он отказался. Это враг. На данный момент Россия для Гурат оккупировала 20% нашей территории. Оккупационные войска до сих пор стоят на нашей территории. Ну, если бы он поехал, допустим, в Москву, получил бы орден, выходит, что Путин хотел его подкупить этим. Так получалось, что ты думаешь, что это ты один на свете такой, как он тебя любит так. После его смерти как вдруг начали появляться все эти от себя тени рецензии, как все от себя что-то хотели сказать про Бубу, и все что-то личное, свое персональное было. Я вот тогда и понял, что я один из тех миллионов, которые так считали, что он один единственный, что никого так больше Буба не любит, как его. Буба не был солдатом, не был военным, но он был примерным человеком, человеком для подражания. Он по-своему воевал, да, против вот этого всего, против вот этой всей несправедливости. Когда началась в феврале война, он собрался, надел форму и уехал к моим братьям, к украинцам. У меня прабабушка украинка, и у меня есть еще долг. Карга. Он любил народ. А народ вчера назывался так, а сегодня называется этак. От этого народ не меняется, и любовь народа тоже не меняется. От того, как народ назовут советским, грузинским, русским, российским, белорусским, украинским. Какая разница? Это народ.